Нормальная встреча. Юра Ефременко против Федора Троицкого. Третья партия. Счет 2-0. Но как ни странно, пользуется Чили. 8-6. Сейчас пока Юра ведет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Федя хорошо боролся. 1-2. Юра на подачу. Ну наконец! Ну вот наконец! Почему ты мне две партии? Так, сделаем паузу. 4-7. Федя проигрывает. Юра стал попадать по столу. Это приносит очки. Да. Так попадать это серьезно. Ох, красиво. Профессионал. Федя, ну ты тоже можешь. Федя, вспомни. Федя, ты тоже можешь. А? Что твой учитель скажет? Я. 2-2, решающая партия. Извини. Вот так вот. Можно? Три, однако, уже жареным запахло. Вот так, Федя. 4-0, Федя уверенно начал. Не расслабляться. Вот так вот. Однако. И не расслабляться. 5-0. Это серьезно. Три преимущества, так. Может быть, до сторона такая, пока 8 очков разыграны и везде правая сторона. Четыре. Скажем так, Федины шансы предпочтительные. Thank you.
Да. А больше меньше. Чуть не доиграла. Ай, Федя, Федя, Федя. Это было красиво. Да. Две партии подряд выиграл и потом.